потерялся на территории зоопарка, сразу сообщите об этом волонтерам. Наши маленькие гости, если вы отстали от экскурсии или потерялись, обратитесь к волонтерам. Их легко узнать по зеленой манишке. Ведьми бурые, к сожалению, вообще животных, я так понял, нету. А вот есть. Собака енотоподобна. Спряталась. О, олени. Супер. Медведь. Она в спячку впал, поэтому нету его. Большой вольер. Валуны, деревья. Чтоб по деревьям не лазил, сделать такую защиту. Шикарно все. Ого. Ну да, чтобы не убежал. Валуны такие. Да неплохо сделали. Но, к сожалению, только птички. Огромный вольер для медведя. Мясо лежит, никого нет. А, пугач. Он спрятался. А вон он сидит, кстати, вон он сидит, пугач. Вон он сидит. Большой. Встановлення карантину. Відповідно до вимог документу, відвідування зоологічного парку допускається тільки за наявності одного з наступних документів. Жовтий ковід-сертифікат або паперова довідка 063О, чинні 30 днів.
зелений ковід-сертифікат, чинний 365 днів. Міжнародний здесь у нас шуточки лебеди. Чистенько. Ну, со зверями, конечно, проблема. Вам уж там дальше есть что-нибудь. Богами постанови Кабміну. Сподіваємося на ваше розуміння і відповідальне ставлення до свого здоров'я. Внимание! Выставочный зал какой-то. Площадочка. Это у нас кафешечка. Понятно. Кафе хорошее. Все еще открыли, там дальше тоже будет, пока закрыто, стеклянный забор, не полностью еще открыт, к сожалению, но все на уровне. Шаркетзоу, светильники такие. О, кабанчики. Там еще не готово. Огромный тоже вольер. Ого. Вот, пожалуйста, интерактивное табло такое везде стоит. И можно выбирать разных животных, описывает кто что. Тропа тигра, детский зоопарк, ну и карта нарисована внизу. Блюда. Показывают дикие животные. Выбираешь? Нет, не работает. Круто. Увага!
6 грудня 2021 року набирають чинності зміни до постанови Кабінету міністрів номер 1236 про встановлення карантину. Язики російський, український, англійський. Використовується тільки за наявності одного з наступних документів. Жовтий COVID-сертифікат або паперова довідка 063 О. Чинні 30 днів. Зелений COVID-сертифікат. Чинні 365 днів. Прикольно. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Все продумано. Молодці. Ну, до свидания, зоопарк. Саблезубый тигр. И еще какая-то тварь. Круто. Відвідувачі повинні мати при собі документи, чи посвідчують особу. Наявність документів перевірити. Огромная площадь на большой вольер. Угу. Там еще делают все. Здесь у нас тоже какой-то вольерчик. Чувствуется запах. Какой-то козлик, наверное. Сено. Здесь у нас страусы. Да, все свеженькое такое, новенькое. Проход есть. Да, качество на высоте. Хороший материал использую, конечно, молодцы. Люк. Харьков ЗОО. Африканское сафари, туалет, никого не видать.
остались пустые вольерчики. Гиена должна быть, да? Холодно им сейчас, попрятали их. Бегемотики. Шановні будівельці, перебуваючи на території зоопарку, дотримуйтеся наступних правил. Будь ласка, не крутуйте тварин, не залазьте на огорожі і не перелазьте через бар'єри. Не лякайте і не дратуйте тварин різкими руками, гучними звуками або фотосканами. Чесно, на уровні все зроблено. На високому уровні. Слідкуйте за дітьми, а також дотримуйтеся чистоти. Уважаемые посетители, находясь на территории зоопарка, придерживайтесь следующих правил. Летний вольер для бегемота, наверное. Слушай, он нормальный, большой такой. Пеликаны. Слончик. Зайдем посмотрим слона. Королевство слонов Дикой Австралии. Где-то там. Центровая вышка. Угу.
Это летняя площадка для слонов. Вам нужно подняться спокойно, посмотреть сверху. Еще один водоемчик с фонтанчиком. Такой вид отсюда. Возле каждого зверя стоит скульптура, кто здесь находится. Вот мониторчики такие. До відвідування зоологічного парку допускається тільки за наявності одного з наступних документів. Прикольно. Дети могут залазить в сумочку. Еще один ход. Та несчастная сидит. Или спать она легла. Да, неплохо. Специальные переходы. А все еще строится. Летний вольер.
Имени Карамзина. Там еще не достроено получается. Мамочки. Кора. Чтобы грязи не было. Туда я входил. Горный козел. Печальный. Да. Сделано с размахом, скажем так. Сделано с размахом. Бегает, охотится. Храма. Будь ласка, не будь в этой районе. Не залазь на обморочек и не поливайся.
прячется всех. Это сейчас людей нет. Ну, какой красавчик. Отвернулся. Не хочет смотреть. Этот тоже отвернулся, достали. Не хочет. Замаскировался. Тут никого не видать. Грифы, грифоны. Туалеты, пожалуйста, бесплатные. Все для людей. Вот тоже какой-то вольерчик. Такой грандиозный. Нормально тут постарались так. Мониторы. Тоже тут птичий рай. Кто тут живет у нас? Тут вообще, блин. Я в шоке. Огромная. Она, скорее всего, какие-то тигры, львы. Большой вольер. Ну да. Нормально так. Есть такой огромный. Тоже какие-то хищники. Каролинка. Вот тут у нас такие летают. Это звуки издает. Прикольно. Мандаринка, каролинка. Так, здесь у нас медведи, по идее, должны быть, правильно? Здесь я уже проходил. А вот здесь у нас тигры амурские. Вот он, красавчик, вот он. Вот он отдыхает. Вот он. Тигренок. Вот он, красавчик. Ну да. Ездить пробить. Устал. Пошел домой. Пошел-ка я домой. И все. Там еще кто-то сидит. Не пускают. Застыл. Кто-то сидит еще, наверное, не пойду. В общем, как-то так. Зоопарку 5 с плюсом. Очень красивый. Все продумано. Материалы хорошие использовали. Молодцы, не пожалели. Не залазить на огорожу. Молодцы. Кус...
кусочек цивилизации такой. Потому что все остальное в городе такой красотой не блещет. Но все равно приятно. Хоть что-то, чтобы дети видели эту красоту. Было людям к чему стремиться.